Доброго времени суток. Сегодня я покажу вам один из методов, как раскручивать YouTube. Нажимаем на вот это колесико. Нам выпадает настройки канала. Здесь мы берем, нажимаем перевести. И нам выпадает такое. Здесь у нас, здесь должно стоять у нас не русский, а английский, потому что у нас написано на английском языке. Так, теперь в этой колонке мы все сделали. Теперь переходим во вторую колонку, нажимаем на вот этот значок и нажимаем добавить. Здесь выбираем язык, русский, к примеру, и нажимаем «Добавить». Переходим в переводчик Google, а я уже сделал перевод, мне осталось добавить это только. Я беру, копирую и перехожу, и вставляю ее и вверх. Так, на русский не переводится, значит мы все новые переведем. Берем, разъединяем. Свободное видео. Вот так на русском будет выглядеть. Так, давайте мы сюда нажали, вот так. Бесплатное видео. Теперь мы это все берем, копируем. Переходим опять сюда и вставляем. Перевели на русский язык. Берем вот это бесплатное видео, копируем, вставляем сюда вот и нажимаем сохранить. Сохранили. Вот и все.